Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. В этот раз связана с компьютерными технологиями, а более конкретно с аксессуарами. В данном случае это касается мышки. Причем производитель достаточно известный по электронным и компьютерным аксессуарам. Это Ugreen. Совсем недавно выпустил он линейку мышек. Не обратил бы я на нее внимания, и за исключением одного, но напомнила мне эта мышка кое-что. А именно мышку Logitech M705, которая есть на моем канале, и вы все прекрасно можете посмотреть и ознакомиться с ней. В данном случае мышка стоит достаточно хороших денег, но ввиду того, что была скидка 50%, ради интереса решил взять ее на пробу и посмотреть. Да, конечно, эта мышка оптическая, а Logitech M705 у нас лазерная, но все же решил взять, посмотреть, как они друг с другом содрали дизайн. Немножко отличается, но принцип остается прежний. Все это пришло из Китая, шло это достаточно долго, месяц. Как видите, упаковочка у нас немножко помята, но что сделать с Почтой России, тем более, когда это все было упаковано в стандартный их пакет, имеется в виду угриновский, с их логотипом, а дальше наклеены адреса отправителя и куда нужно поставить, и соответствующие там нужные бланки. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Итак, давайте смотреть, что находится внутри, что из себя представляет мышка. Вот такая вот мышка. Причем здесь максимальное количество точек 4000 DPI. Здесь она эргономичная, как и M705, кстати, вон он лежит. В последующем мы сравним. Дальше здесь есть тихие клики бесшумные, то есть клавиши тоже проверим. И здесь на одном аккумуляторе может работать данная мышка 18 месяцев. На мышке Logitech у нас две батарейки, две аккумуляторы, причем тип один и тот же, 2А. И там работает в 2 раза больше, то есть 3 года или 36 месяцев. Что из себя представляет характеристики, вот здесь вот написаны. Это осуществляется беспроводная мышка, действует на волне и передается по воздуху 2,4 ГГц. Как и мышка Logitech. Дальше здесь есть радиус действия от ресивера 15 метров, а вот на мышке Logitech до 10 метров. Тут можно изменять DPI. От 800, дальше 1200, 1600. Кстати, по умолчанию стоит 1600, дальше 2000 и 4000. Причем первые три это стандартные для работы, если у вас хорошие мониторы Full HD, а 2000 это 2К мониторы, а 4 DPI это 4К и 8К мониторы, у кого они еще есть и появились. 1,5 вольта, 40 миллиампер, потребление предназначен для нескольких операционных систем: Windows 7, 8, 10 и 11, Mac OS с 10,5 и позднее Linux и Chrome OS. Тут еще какие температуры выдерживает, это от минус 5 до 40 градусов Цельсия. Хранение от минус 10 до 60 градусов Цельсия. То есть стандартное описание. Здесь вот, не знаю, видите, не видите. 4000 DPI, здесь он штрих-код, модель MU-206, здесь уже видели, а сверху для двух, соответственно, операционных систем можно переключать. Давайте вскрывать, смотреть, что здесь находится стандартно, как стандартно, какая-то пумпочка. Вот у них инструкция по эксплуатации. Здесь уже они вышли на международный уровень. Тут несколько языков, в том числе и есть русский язык. Так что тут разнообразие. И представлено, как это все взаимодействует, действует. Как переключается между двумя операционными вариантами систем. Это от Windows будет зеленый огонек гореть, а зеленым это для Mac iOS. Переключение DPI, кстати, они здесь отображаются миганием. 800 DPI один раз мигает, 1200 два раза мигает, 1600 три раза мигает, 2004 раза мигает, и
4000 мигает 5 раз. Вот здесь вот все продемонстрировано. Ну, вот такая вот инструкция. Краткая на всех языках, поэтому кто не разберется, может почитать. Ну и давайте посмотрим мышку. Вот такая вот мышка. Переключение DPI, она же также служит. Одну секунду держите и переключение между операционными системами. Дальше колесико, но здесь вправо-влево кнопки нет, только кнопка сверху. Ну и боковые кнопки, это переход назад-вперед, если вы используете браузер. Дальше здесь, кстати, здесь есть наклейки, можно убрать их. Ладно, в следующий раз уберу. То есть есть наклейки на подушечке. Дальше включение-выключение и оптический датчик. Здесь есть, вот, вставляется одна батарейка либо аккумулятор типа 2. И сам ресивер тут же находится. И он здесь вот на торце написано Wolverine. И давайте сопоставим вместе эти две мышки, что они себя представляют, чем отличаются. Ну вот, по сути, практически то же самое, единственное, чуть-чуть отличается дизайном. По размерам они практически плюс-минус 0,5-1 мм одинаковые. Ну, здесь вот скос, и здесь скос такой вот. Дальше с боков. Принцип тот же самый, единственное, немножко отличается дизайн. Снизу и с другого бока, ну тоже. Так она по конфигурации, имеется в виду, по размерам, ну, говорю, практически они одинаковые. И давайте взвешиваем вес. Для этого уравняем шансы. Кстати, эта мышка может работать тоже с одной батарейкой и аккумулятором. Вон что демонстрируется. Ну, соответственно, столько же времени, сколько и данная мышка. То есть 18 месяцев или полтора года. Включаем. Ну вот, мы сейчас 2000 включили DPI. 4000, 800, 1200 и 1600. Здесь у нас лазер, его не видно, как она работает. Да, и клики здесь слышны. Еще вправо-влево, ну и так далее. Здесь клики как таковые не слышны. И давайте взвешиваем, посмотрим, насколько отличаются данные две мышки. Ну, а тут 111 грамм. Ну, здесь меньше 94 грамма. Давайте посмотрим, как мышка работает внутри ноутбука, компьютера. Итак, приступаем.
Я вам продемонстрировал мышку Green, модель MU-206. Она беспроводная, с изменяем DPI от 800 до 4000. Эргономичная, работает в нескольких операционных системах. Переключение есть между Windows и iOS для Mac. Есть один отрицательный момент. Нету программного обеспечения для назначения клавиши данной мышки. А вот у Logitech это программное обеспечение есть. Драйвер устанавливается автоматически на разные операционные системы для данной мышки. Ну, либо путем переключения одной клавиши, если вы используете Windows, либо Mac iOS. Кстати, можно воспользоваться бесплатным приложением. Программой называется X-Control Button Mouse. Как-то вот так. Кому необходимо переназначать клавиши. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.